В аэропорту Нринмара самолет ТВС-2 МС совершил жесткую посадку. Звонок о происшествии поступил в 112 сегодня в 10 часов 29 минут. В службе авиационной безопасности Нринмарского объединенного авиаотряда пока не называют точные причины происшествия. Известно, что пассажирский самолет совершал рейс по маршруту Нринмар-Харутам. В распоряжении телеканала «Север» появилась съемка очевидцев с места происшествия. В результате происшествия пострадали 13 человек, которых в срочном порядке доставили в Ненецкую окружную больницу. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом в интервью рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. У нас сегодня произошла трагедия. На взлете упал самолет ТВС. Новая модель, 13 пострадавших по предварительным данным. К сожалению, предварительно констатируют гибель двух пассажиров. Ну, это трагедия, которая произошла, беспрецедентная. Значит, сейчас будет организован штаб, который я лично возглавлю. Постараемся оказать всем пострадавшим максимальную помощь. Ну, а всем остальным постараемся оказать максимальную поддержку.